В рамках проекта «Чистая страна» и акции «Добрые дела» одинцовские единороссы добились переноса контейнерной площадки в Салманово. Жители пожаловались на расположение площадки и организацию вывоза мусора. Крупногабаритные машины мешали въезду в деревню и уничтожали колесами газон. Теперь контейнерная площадка располагается так, что приезжающие мусоровозы не будут мешать въезду в деревню.